Привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня суббота, и мы с Шахмерой решили немножко выйти из офиса, прогуляться. И, конечно же, что же могут девочки? Пройтись по магазинам. Мы до сих пор в поисках летней одежды, в поисках футболок. Поэтому приглашаем вас вместе с нами на шопинг. Шопинг, где у вас? Пока у меня было есть. Мы не любим шопинг. Сейчас до себя мясо, да и шопинг. Denemeyi çok seviyorum. Alışveriş güzel bir şey. Kadınlar için ama giy çıkar. Ha. Вот видите, я тоже не люблю шопинг, она тоже особенно мерить все это дело, надевай, снимай. В общем, приглашаем вас с нами и посмотрим, что же мы найдем и по каким ценам. Сегодня 28 апреля, мы на центральной улице Алании. Вы просили температуру воздуха и воды постоянно, но сегодня, наверное, на солнце градусов 30 на пляже точно есть. Народу очень много. Покажу вам, как выглядит центральная улица Ататюрка. Ну, а мы отправляемся в вот этот магазин «Амбар». Кто-то просил сделать на него обзор. Посмотрим, что там есть, по каким ценам и найдем ли мы что-то интересное, разрешат ли нам снимать, но я постараюсь для вас снять, конечно же. Быстро сниму вам цены. Вот футболки, например, по 17 лир, есть по 23 лиры, какие-то брючки по 19. Ну, друзья, в основном здесь синтетика, платьишки 20 лир, такие вот длинненькие, есть еще белые. Тоже 17 лир. В общем, здесь такой ценовой диапазон. Не очень высокие цены. 40 лир. Джинсы, кстати, по 29 лир, по 35 лир. Какие-то платья, наверное, пляжные. Ну, сколько оно, например, стоит? 42 лиры. Джинсовые куртки. Сейчас посмотрим, по чем здесь джинсовые куртки. Джинсовые куртки недорогие, кстати, всего 55 лир. Юбки, брюки, вот такие вот футболки, сумки. Ну, естественно, это не кожа, 30 лир. В общем, вот такой вот здесь ассортимент. Юкармагидли. Теперь поднимаемся на второй этаж. Средний диапазон цен здесь. Я пока себе нашла только вот такую вот футболочку по 17 лир. Кстати, на пляж вот в такой штуке вообще здорово ходить. Или даже не на пляж, вот видите, с шортиками. О, здесь большой магазин, оказывается. Так, смотрим, что здесь есть. Футболки Basic 15 лир. Ну, такие демократичные здесь цены, 20 лир. Качество, конечно же, я не знаю. Я здесь ничего не покупала. Леопард, везде леопард. Какие-то рубашки. Вот. Рубашечки по 14 лир. В основном летняя одежда. Вот такие вот рубашки мне очень нравятся. С вышивкой. Стоят 39 лир, но, к сожалению, очень короткие. Кофты какие-то. Рубашки под джинс. Футболки. Ну, все синтетика. В этом, конечно, летом ходить ужасно жарко. Ну, вот что это? Не знаю, сейчас такая мода, что 18 лир футболки. Вот здесь джинсы по 29,50, но, к сожалению, они мне все короткие. Не могу я себе ничего найти. Какие-то рубашечки интересные. Друзья, ходить по магазинам для меня это настоящая боль. Потому что я не нахожу ничего себе не нахожу. Вот какое-то платьишко, смотрите, 79,50. Но даже если оно мне понравилось, оно мне короткое. То есть пол
пол ничего себе я найти не могу. Ой, а вот какая-то симпатичная летняя рубашечка тоже. 49-50. В общем, кардиган 35. Нашла здесь еще вот такие вот женские жилеточки, но вряд ли я ее куплю, синтетика, но стоит всего 29,50. Здесь вещи такого качества, ни высокого и ни низкого, скорее ближе к низкому, конечно, и практически все синтетика. В общем, друзья, мы сходили в магазин, купили себе по футболке, ничего больше мы там не нашли, но магазин В общем, в этом магазине ничего кроме нет, ничего нет, кроме футболок. Сейчас. Да не дома мочу чертину. А, Улима? Сейчас идем в другой магазин. В это время что происходит на улице Халании? Жарко, жарко, жарко. И мы заходим в магазин LTB. Пишет, что до 50% скидки покупаешь один, второй в подарок. В этом магазине цены повыше, но качество здесь, конечно, получше. Джинсы вот 150 лир. Вот такие вот разные рубашечки. Летние, посмотрим, почем они. 79 лир. Ну вот прям то, что я хотела. Здесь, конечно, качество лучше, чем во всех LC, Waikiki и так далее. Но выбор очень маленький. Какие-то куртки с кожзаменителем. Ну, причем, например, куртки из кожзама. 200 лир. Самые продаваемые вещи. Футболки здесь, кстати, по 24-25 лир. Мы уже вышли из магазина LTB и теперь идем в другой магазинчик. Вот по таким красивым улочкам Аланийским, боковым улочкам, где находится много маленьких кафешек с котиками. Много народу здесь сидит. Вот видите, Айна Кичук кафе ваш. Вот на таких вот живописных улочках. А здесь находится магазин, где делают всякие подарки, сувениры руками, изделия ручной работы. Магазин. Зоомагазин. Ай, смотрите, какой классный магазин. Ошим Удмы. Сас. Смотрите, что здесь делают. Всякие музыкальные инструменты, друзья. Очень классно. Видите, по Алании можно ходить годами и не увидеть всей вот этой вот красоты и интересных мест. Ну, а мы сейчас идем еще в один магазин. Можем еще зайти в Батик и в рядом находящийся магазин посмотрим, что там есть из одежды. Теперь, друзья, мы ищем мне джинсы. Не можем найти все короткие. Скоро едет, пропускают. Ну а сейчас идем в магазин LC Waikiki. Там вчера были джинсы. А? Так, друзья, мы пришли в магазин LC Waikiki. И Шахмира не знает, какую ей кепку купить. Черную. Черную. Стоит, кстати, 20 лир. Яда пембе. Или... Сандане вокалым. Что вы скажете? Напишите в комментах. И исходя из ваших комментариев, мы решим, какую кепку. Мне кажется, розовая лучше. Бенджи пембе да хагзель. В общем, друзья, напишите, какую красную, розовую или черную. Тут розовую или черную. Мне кажется, розовая. Там. У всех да гюзель. Черная тоже красивая.
Хангисы. Хангисы. Пишите в комментариях. Все, друзья, мы закончили наши покупки. Что мы купили? Санелден, Чантавы и Китишот. Шахмери купила две футболки и сумку. Беленькие футболочки красивые. Я купила... Ванды и Китишот, Алден, дыми? Китишот, дыми, Гемляки. А, я купила себе... Я купила... Нет, спасибо, покушать не хочу. Я мекими кистюрами суну с кызлар. Тоже кюляр. А я купил... Салата. А я купила себе тоже две футболки и рубашку. Салон. В общем, вот так вот закончился наш шопинг. Джинс мы не нашли. В общем, устали. Ужас. Идем обратно в офис работать. Работать интереснее, чем ходить на шопинг. Ну, лично для меня. Как для вас, напишите в комментариях. Ну, а мы с вами прощаемся на сегодня. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока.